Всех приветствую, я Сергей Корзун, это Джейсон ТВ. Сегодня мы в гостях у генерального директора инвестиционной компании «Волга Капитал» Станислава Машагина. Здравствуйте, Станислав Олегович. Сегодня, может быть, в первый раз в нашем эфире человек, не имеющий прямого отношения к IT-бизнесу, то есть человек, не работающий непосредственно в нем, нам показалось интересным обсудить две темы. Чем инвестиционный бизнес может быть полезен для IT-бизнеса и чем IT-бизнес полезен, несомненно, как это бывает, инвестиционному бизнесу. Сначала, если позволите, уточнение каких-то основных координат, такая маленькая визитная карточка. Машагин Станислав Олегович. Родились когда? 15 ноября 70-го года. 70-го года. И случилось это в славном городе? Нижний Новгород. Нижний Новгород, из Нижнего. В Москву когда приехали, сразу спрошу? В 3-м году приехал в Альфа-банк работать. Руководить регионами, филиальным бизнесом банка. Образование получили где? В высшей школе экономики. Собственно, там и научили нас математике и английскому, потому что надо что-то новое делать. Дополнительное было какое-то образование, там зарубежное, заграничное? Ну, постоянно в работу финансовых организаций приходилось учиться. То есть это курс всевозможный, там, как по математике, так и по юриспруденции даже иногда. В основном это касалось финансовых каких-то расчетов. Приходилось учиться. Но это работа заставляла. Это не системное, как говорят, образование. Либо системное тоже где-то довелось. Это работа заставляла, поскольку я от практики всегда исходил. Вот то, что нужно, да, надо это поднимать, учиться. То, что нужно. Не для запасов, а для того, чтобы вот прям сразу воплощать. Время прихода в бизнес вообще, когда занялись бизнесом? В 2006-м. Так появился уже собственный уже задел, собственный проект. Это был первый такой фонд, уже свой совсем. Но полностью он начал работать там, в 2007 году. В 2007 году это было партнерство Moscow Capital называлось. Это уже был свой такой нейтральный к рынку хедж-фонд настоящий, который занимался вот именно арбитражными операциями на разных рынках. «Волга Капитал» существует относительно недавно, как я понимаю, это с прошлого, с 2013 года, правильно я понимаю? До этого какие проекты свои можете отметить, кроме Moscow Capital? Ну, мы всегда занимались арбитражом, инвестициями, но в основном это делали вот исторически на иностранных как бы, компаниях. Это все всегда был закрытый такой бизнес. Это был понятный для нас, для узкого круга инвесторов, которые знают, что это такое. Мы просто стали более открытыми здесь, открытое акционерное общество, зарегистрировавшись здесь в России, уплачивая там налоги, будучи прозрачными, мы решили, что этот бизнес можно делать совсем открытым. Ну, в общем, поэтому мы и в 2013 году и вышли на свет. Ну, давайте к предмету нашего сегодняшнего разговора. Насколько привлекателен IT-бизнес для инвестиций вообще? Попробуйте оценить как инвестиционщик, как в России, так и за рубежом. То есть высокие технологии, они пользуются спросом на этом рынке? Вкладываете ли вы деньги, собственные деньги ваших вкладчиков именно в IT-бизнес? Ну, надо тут поправки внести. Все-таки я не банк, да, и не... там, как вы выразились, там, инвестиционные компании, надо правильно расставить приоритет. Я вот такой открытый акционер, который инвестирует собственные средства, средства своих акционеров. Прежде всего, и каких-то партнеров, которые нам эти средства предоставляют. Мы размещаем деньги свои, заемные. Там. Это очень такой бизнес, как бы частный, да, но открытый. IT-бизнес, в принципе, он достаточно интересен, но, как мы говорим, у него высокая волатильность. То есть, как вырасти может стоимость акций компании, так и упасть. Поэтому, если говорить о том основном направлении, которым мы занимаемся, IT-бизнес нас интересует только поставщики нашей техники, в которой мы постоянно нуждаемся. У нас вот огромная серверная комната, где все это стоит, и не только здесь, но и там на бирже. Мы смотрим позитивно на то, что этот сектор развивается. Но сами туда не вкладываем деньги. Ну, не потому, что это там плохо или хорошо, просто мы... А почему? Нацелены... Потому что у вас просто такая консервативная политика? Да, у нас такая консервативная политика, и в этой бумаге чаще всего представлены на западных рынках, где мы меньше инвестируем и вкладываем. В основном это валютные рынки, да, если говорить про международные.
Поэтому мы выбираем те, например, акции, которые можно захеджировать, использовать там фьючерс, да, и желательно это делать в России. Мы вообще так нацелены на российский рынок. Считаем, что здесь еще можно многое сделать. Ну и вот их как бы непрогнозируемый рост там, или падение все-таки нас немного останавливает. Российская часть IT-рынка тоже растет. Владимир Путин на встрече с информационщиками, скажем, с айтишниками, он сказал, что вообще какая-то там сумасшедшая доля, уже не будем называть это, айтишники некоторые спорят с этим. Вы как оцениваете долю вот IT-сектора в целом на рынке, на российском? Ой, это огромная доля, но она в основном теневая. Ну, не потому, что они там сидят и наличными деньги зарабатывают, а потому, что в основном эти компании зарегистрированы за рубежом. И это такая вот сложившаяся ситуация, что беспокойно нашему малому и среднему бизнесу просто быть здесь зарегистрировано. Когда ты работаешь с IT, ты работаешь через интернет, и гораздо проще, легче и спокойнее. Это не потому, что здесь плохо. Есть много успешных проектов внутри страны, но, как правило, российская компания регистрируется в последнюю очередь, когда уже все вот крепко на ногах, что называется, стоит. Ну, просто здесь очень сложно масштабироваться, очень сложно все это администрировать. Поверьте, российское юрлицо – это большое-большое, в общем, затратное мероприятие. Нужно много костов, как мы говорим, бухгалтерию, там, отчетность, и все равно ты будешь всегда там середину наполовину, квалификации налоговых инспекторов и так далее. А все-таки это бизнес, который должен быть легче, он должен быть попонятнее, но он должен быть легко, как сказать, его легко должно быть учредить и администрировать, по крайней мере, пока там он не выстрелит. Да? Вот пока в нем не стало 100 человек, он должен быть очень-очень простой. Вот там, хочу платить там 13%, вот как ИП. И все, и вперед, какие там НДС, да, и вот надо дать такие возможности, делать упрощенные какие-то формы для таких. Ну, они у нас есть, но опять же вопрос усложнения именно вот этой какой-то. Ну, и это чисто мои соображения, юридической простоты и вот бухгалтерской не хватает. Что должно случиться для того, чтобы вы заинтересовались, соответственно, вот этой частью, деньги свои, деньги ваших партнеров, клиентов могли вложить в IT-бизнес? Потому что есть, ну, крупнейшие компании по российским меркам, понятно, это и большая тройка провайдеров, которая вскоре может присоединиться еще один, там, Теле2 и Ростелеком вместе, да, это и, ну, те, кого уже называли Яндекс.Мейл, там, Рамблер, да, вот крупные эти группы. Что должно случиться, чтобы они привлекли ваш интерес профессиональный? Ну, тут да, хорошо бы случилось бы что-то очень такое понятное и позитивное. Все, что было связано там, с идеей Сколково, чтобы это просто случилось. Вот если ты занимаешься IT... Это еще не случилось? То есть со Сколковым мы говорим много лет уже, еще не случилось? Много лет это уже существует, но много лет мы не можем с этим работать, потому что мы не можем работать с непонятным, непрозрачным бизнесом. Тем более, будучи российской компанией. Мы-то шагаем сюда, и надо как бы эти компании притаскивать сюда. А они уже физически присутствуют здесь, нуждаются в простых правилах администрирования российской компании. И как только это появится, если ты занимаешься интернет-проектом, вот тебе одна форма отчетности, вот заработал 100 рублей, там 13 заплати, все. И вот и сделать это очень просто, чтобы можно было через интернет заполнять эти налоговые декларации, открыть себе один счет в одном банке, который умеет работать с этими компаниями, например, Сбербанк там, или любой другой крупный банк. И вот оно случится. Просто они все вылезут. От кого зависит решение этого вопроса, это то, что я пытаюсь сейчас понять. Где тормоз? Где тормоз у нас? Как всегда, тормоз у нас в Минфине, который, в общем-то, очень консервативный. И у нас есть хорошие идеи там, в Минэкономразвитии. Надо, чтобы где-то кто-то, например, наш премьер-министр сказал, слушайте, давайте сделаем просто. Вот просто вот две бумажки. Вот это правило двух бумажек. Вот общий отчет и отчет по налогу. Все. Вот давайте сделаем для этих компаний две бумажки. И дело не в размере налогов, а вот именно в простоте. Как это только случится, я уверен, что у нас будет взрывной рост
вот этого малого среднего бизнеса, который начнет расти, укрупняться, сливаться, и мы начнем с ним понятно работать. Ну, вы сами проводите весь этот анализ. Я просто вспоминаю, что, ну, видимо, самый успешный в истории там 20-21 века инвестор Уоррен Баффет, он-то как раз считает, что надо понимать, что происходит, и досконально знать те компании, в которые он вкладывает деньги свои и, соответственно, своего фонда. Вы тоже считаете, что если не разбираться в тонкостях вот этого бизнеса, то лучше и не идти туда? Есть у вас там серьезная аналитическая группа, которая занимается этими компаниями, да? Да, у нас как раз... У нас еще интереснее ситуация. У нас нет выхода не разбираться в компании. В любой российской компании, в большой или в маленькой, нужно очень хорошо разбираться, потому что... То есть иного просто не дано? Иного просто не дано, да. Можно, конечно, там как хобби рассматривать и торговать какими-то голубыми фишками. Все с этого когда-то начинали в институте. А у нас надо обязательно разбираться. Я как раз и стараюсь знать и людей, принимающих решения, и акционеров, и понимать, что у них в голове, куда, зачем они вообще что-то делают. Как сильно ваш бизнес зависит от решений государства? Мы уже поняли, что если Минфин инициирует более легкую и прозрачную систему отчетности, то вам будет значительно легче, и круг компаний расширится, с которыми вы сможете работать. Тем не менее, существуют и большие, крупные государственные решения, которые влекут за собой в том числе международные санкции, как это в конфликте с Украиной и с возвращением Крыма были. Насколько государство сильно влияет на ваш бизнес? Суть вопроса в этом. Ну, государство, оно нам дает ту среду, надо сказать, да, в которой мы живем, и как инвесторы, прежде всего нацеленные на извлечение там, стабильного дохода, нас интересует диспропорция. И вот государство, как вот большой слон, да, иногда создает эти диспропорции своими решениями. Для нас это чаще всего позитивно, как ни странно. Ну, вот как для инвестора. Да. Это может быть нехорошо там для экономики, но когда появляются какие-то такие решения, которые меняют там, картинку, возникает разница в ценах, возникает разница в понимании, в информации. Наше государство, оно дает возможность нам как бы зарабатывать свой кусок хлеба, потому что все время принимает решения. У нас оно такое деятельное государство. Но с точки зрения бизнеса это сложно, потому что правила меняются. И если мы как раз направлены на поиск этих, да, изменений, то бизнесу надо как бы стабильность, да, надо 10 лет вперед. Поэтому, с одной стороны, одна там, как бы наша левая рука выигрывает, когда мы занимаемся арбитражом, а наша правая рука, корпоративные финансы и там, привлечение стабильного финансирования, она проигрывает. Если государство начинает выравниваться, то наоборот. Поэтому мы вот, занимаемся двумя этими вещами, и наше государство, в общем, оно весьма... Ну, как сказать, оно не так плохо, как принято считать, все его ругают. У нас более-менее понятные такие правила, в которых можно работать финансовым институтом. Прежде всего, ну, плати там, налоги, живи, как бы открывайся там, перед регулятором, будь, так сказать, честен с клиентами, чуть больше тебе ничего не требуется. У нас можно очень хорошо работать. У нас есть потенциалы, рынки. В России интересная страна, и айтишник любой вам скажет, что здесь прям золотое дно. Станислав, давайте ко второй теме, если из крупных тем нашей программы, собственно, как IT-бизнес влияет на ваши привычки. И первый вопрос, меняют ли современные гаджеты, и что именно меняет деятельность, ну, собственно, вашу, как инвестиционника? Чем бы пользоваться, без чего вот там 10 лет назад можно было существовать, а сейчас уже нельзя существовать? Без BlackBerry настоящий инвестиционщик не может существовать. Это такой специфический гаджет, который там лежит всегда в кармане. Чем он хорош? Многие говорят, что его эпоха уже проходит, кстати говоря, и расшифровать можно там, например, кодируемый сигнал, который идет через него. Ну, к сожалению, да, у нас нет такой вот уж конфиденциальности в России с этим аппаратом. Но суть в том, что это аппарат, в котором есть такая специфическая закладочка, называется хаб. И там огромное количество всевозможных текстовых как бы сообщений в любом формате. E-mail, там, всевозможные там, социальные сети, там, сообщения, WhatsApp, Viber и все, что там с этим связано. Это позволяет общаться. А поскольку мы занимаемся инвестициями, мы постоянно пишем письма, постоянно с кем-то общаемся, постоянно как бы участвуем. Это операционная система. Вы чувствительны к ним, либо вам все равно, что Windows, там, что macOS, что любая другая? Вообще нет. Но в последнее время, да. Ну, как-то заметил за собой, что я никогда не смотрел, какая там операционная система. Все равно была и школа такая,
и факультативы, а сейчас информатика, мне было легко. Сейчас стало непонятно, потому что ну, новый Windows, например, это вообще невозможно для того, чтобы работать, неудобно. Это просто слишком много за тебя уже решено. Мы привыкли к более свободному пространству. Российская операционная система нужна нам? Ну, военным, наверное, нужна, да, потому что там требования к защите и конфиденциальности очень высоки. А вы-то будете рады, если Россия создаст свою операционную систему? Либо это лишнее, международное разделение труда вполне как бы устраивает вас? А я вообще против вот таких вот мыслей. Давайте сейчас создадим российский поисковик, российскую систему. Бюджет как бы потрачен будет, что-то будет сделано. Не рождаются лидеры по указке сверху. Тут бесполезно что-то там пытаться государственно сделать. Это будет, ну, в лучшем случае, там, программа какая-то для госучреждений. Они-то и так делают. Uh-huh. Поэтому дайте возможность конкурентной среде тем же самым нашим операционистам, нашим айтишникам, нашим программистам создавать новый продукт. Они найдут нишу, если это будет операционная система. Пожалуйста, есть очень много свободных, открытых там систем. У нас это пишут, делают прекрасно, но продают за рубежом, в этом и суть, что большинство из тех программ, которые мы встречаем в жизни, это тот же самый Windows или там, программа Macintosh, они сделаны русскими людьми в очень существенной части. Так же, как и Windows. Просто надо сделать так, чтобы это не вливалось. Вы заказываете какой-то софт такой особый именно для вашей деятельности, для своих программ, либо довольствуетесь тем, что существует уже на рынке? Мы сами делаем всегда все. То есть у вас есть группа, соответственно, людей, которые программистов, которые пишут вот эти программы, да? Или обрабатывают их, соответственно? У нас есть, да, прям вот полный, как сказать, набор. От нашего руководителя, главной стратегии, Алексея Прохане, который много лет у нас консультант и создатель как бы идей, человек, который закончил как раз, получил в 2008 докторскую в Голландии, он, в общем-то, один из самых-самых таких вот передовых, что называется, носителей математической информации в экономике и в рынках. И он обычно создает какую-то, да, там, или приносит какую-то идею, или дорабатывает ее, взаимодействует с трейдерами. Потом мы сами программистами своими пишем. У нас они один сидит постоянно вместе с трейдерами, еще есть там три человека, которые сидят в другом городе и дописывают. Квалификация российских компьютерщиков и программистов в принципе удовлетворены? Нет необходимости? Это не как футбол, когда уже иностранных тренеров надо звать игроков. Пока еще играем сами? Играем сами, чрезвычайно хорошо играем. Нету никаких поводов сомневаться в том, что у нас как-то вот с образованием какие-то вопросы. С мотивацией есть вопросы, но опять же люди с математическим складом ума обычно очень понятные, съедобные и очень хорошо встраиваются. Им нужна идея. Они, у нас вообще хорошая, в общем, и страна хорошая, и люди хорошие, профессиональные попадаются. То есть еще нравственные качества важны. Куда ты идешь, потому что это подвиг. Каждый раз создать что-то новое, и это подвиг. И во всех вот крупных международных компаниях, особенно занимающихся этим бизнесом, одни из ключевых людей, носителей идей, это русские. Русские группы, русские руководители, русские только что приехавшие или живущие давно, это люди, которые не мыслят нестандартно. И стандартно ты можешь повторить. Прекрасно немец напишет там программу такую же, как и было написано до этого. А нам, к счастью, есть еще много что нового создавать, и мы все время это ищем не только на российских там, да, площадках, не только для России программируем, но еще и другие рынки исследуем. Там, сейчас Лондон, да, смотрим там Соединенные Штаты Америки, и там можно что-то сделать. Вопрос весь в том, что у нас есть вот этот ресурс, практически неисчерпаемый, и квалификации, и вот этот вот уровень там, нашего человека, по сравнению, например, с там, индийским специалистом, он культурно как-то вот ближе, понятнее, и, ну, как мне кажется, выше. И с ним понятно и просто. Ни разу не приходилось там сталкиваться с тем, что нам нужен иностранный специалист. Ну, в худшем случае мы через своих же русских, да, получим эту консультацию. Ваш прогноз на вторую половину 2014 года, чего ждете, где каких прорывов, в том числе и в IT-технологии, ну не только и в вашем бизнесе, ожидаете чего-то? Ну и на 2015 год, наверное. Ждем диспропорции, ждем продолжения конфликтов
ждем ухудшения ситуации с ликвидностью, изменения цен не в лучшую сторону. Фактически видим такой вяло текущий кредитный и производственный кризис, который есть, и никуда не делся. И мы просто работаем в тех условиях, которые сложились. Компания хорошая, чувствует себя будет хорошо, компания плохая будет себя чувствовать плохо, компания закредитована, будет испытывать проблемы с перекредитованием. Это фактически уже происходит. Поэтому для нас это вот как время активной работы будет по перекредитованию и по поиску вот этих вот решений для там, торговли, потому что с рынками будет непросто все, да, возможно, поскольку нестабильность она внутри страны продолжает оставаться. У нас не хватает нам просто тупо денег. Они уходят, но не приходят. Они кончаются там, где они в кармане большого, так сказать, доброго нашего государства. Они кончаются, очевидно. И вопрос, что дальше будет, он опять же понятен. Будет падение чего-то, да, там, и как бы приостановка каких-то проектов и всего остального. Ну, мы это много раз проходили, обычно это ведет к решениям. Ну, я очень желаю, чтобы решения принимались в этот раз раньше. Я так думаю, что они принимаются. Любимый бытовой вопрос про судьбу курса рубля по отношению к доллару и к евро. Ну, этот вопрос такой. Ну, он вечный, да, ну, по крайней мере, на памяти, да, нынешнего поколения. Ну, ответ, вот, который я много лет уже, ну, как-то последние 3 года очень часто приходится комментировать. Как вы думаете, вырастет, упадет? Иногда вырастет, иногда упадет, это очевидно. Сейчас у нас есть тенденция к усилению рубля. К осени она будет, рубль опять будет ослабляться, это нормально, да, в августе, там, в сентябре, ну, такая традиционная история. Ничто, ничего принципиально нового пока не происходит. Глобально оно держится в некотором таком справедливом соотношении валютной пары, да. Не нужно смотреть на сейчас, нужно смотреть хотя бы на год. Поэтому мой основной совет, вот 3 года последние, это вот вы собираетесь в рублях потратить, копите рубли, собираетесь отдать кредит в валюте, в долларах, набирайте доллары, собираетесь поехать в Европу отдохнуть, соответственно, инвестируйте в евро, потому что вам придется их рано или поздно покупать. В чем ваши затраты, в том ваш портфель должен быть. Станислав, что еще из высоких технологий активно востребовано в вашей деятельности? Можете какой-то пример привести? Ну, да, очень интересный такой есть сектор, которым мы много лет занимаемся, это называется алгоритмическая торговля, арбитражная. Есть такая, в общем, технология размещения денежных средств, больших объемов на какой-то достаточно ограниченный срок, не года, да, а вот месяцы, кварталы. Это, в общем-то, торговля, которая использует роботизированные системы, программы, высокоскоростные серверы и передачу данных, которые, в общем-то, связаны огромными какими-то интересными такими перетоками, специальными кабелями, даже с кабелями биржи. Это нейтральный к рынку фонды используют. В Америке очень известные такие большие хедж-фонды, которые именно так и называются, нейтральный к рынку фонд, которые зарабатывают небольшую доходность, но чаще всего больше там депозитной ставки. Вот в России тоже есть такой сектор, и мы им активно пользуемся, мы размещаем эти средства достаточно большие, вот в эту разницу, да, между разными инструментами на разных площадках. Наша задача заработать там от 8 до 15 годовых, да, для инвестора, но это большой размер денежных. То есть врагам роботы уже эффективнее, чем люди, либо присутствие человека все равно необходимо? Программы роботы, они эффективнее, чем люди. Человек необходим всегда, на любом рынке, поскольку всегда происходит что-то необычное. Постоянно это нормальная ситуация, потому что рынки развиваются, наш мир меняется. Иногда их надо просто выключить. Вот для того, чтобы их правильно включить и выключить, нужен человек. К сожалению, без него не обойдешься. Но работают, естественно, они... Это тысячные доли секунды, человек не успевает даже увидеть, да, что-то было на рынке, машина это видит. Она торгует. И я не буду там идеализировать этот сектор, поскольку много... как профессионалов, так и непрофессионалов на нем работают. Практически каждая там инвестиционная компания, все могут похвастаться, что у нас есть роботизированные системы. Могу сказать, что занимаюсь вот именно этим направлением уже 9 лет. В России не так много успешных, многолетних, да,
там, трейдеров и программ, которые работают. Во-первых, надо все менять, во-вторых, меняется сам, так сказать, мир, и в-третьих, нужно быть очень нежадным, поскольку надо выбрать свой сектор, да, и только в нем находиться. Да. Это технологично, это требует серверов и мозгов, но мы это там умеем. Вот, это очень интересно. В России этого много. И большинство программ, которые в Америке работают, тоже называется там Black Box, такое гордое название, пишутся либо в Москве, либо в Питере, реже там в Индии. Так что Россия тут тоже интересный сектор, и опять же, это производители этих программ могут зарабатывать там миллионы долларов в год. Просто и готовы платить с них налоги, они же хотят жить в России, живут в России. Так что тут тоже интересный такой вот сектор для IT, так сказать, инвестирование, да, помощь, хотя чаще всего им нужны просто понятные правила игры, и они все будут, как сказать, здесь у нас корпорации. Спасибо вам огромное. Ну, я напомню, что сегодня мы были в гостях у Станислава Машагина, генерального директора инвестиционной компании «Волга Капитал». Удачи всем и в делах, и в жизни.